Всем привет! Сегодняшний рецепт – просто находка. Он хоть и недорогой, но очень вкусный и быстрый. Для начинки я буду использовать мягкий незернистый творог. Здесь одна пачка 200 грамм. Чтобы сделать его пастообразным, я добавлю пару ложек сметаны. Для пикантности добавлю один зубок чеснока. Зубок у меня такой большой, хороший. Я его пропускаю через пресс. В начинку также пойдет черный молотый перец. Перца добавляем по вкусу, так чтобы ощущался аромат. Еще добавим ароматные прованские травы, одну чайную ложку. Можно добавить итальянские сухие травы, можно добавить базилик, орегано, тимьян, то, что вы любите. Немного посолим. Теперь все хорошенько перемешаем. Попробуйте, какая вкусная получается начинка. Теперь займемся грибами. Интересно спросить ваше мнение. А вы шампиньоны моете? Я замечала, что многие кулинары готовят прямо из пачки. И не моют, даже так кладут сырыми в салат. Здесь мнения расходятся, мыть или не мыть. Интересно, как это делаете вы? Дальше я возьму несколько ломтиков хлеба, ржаного хлеба, у меня их 4, и выложу на разогретую сковородку, чтобы немножко подсушить. Можно это сделать в тостере. Хлебушек подсушиваю с двух сторон. Хлебушек получается мягкий внутри, с корочкой снаружи. Затем сковородку очищаю от крошек, наливаю пару ложек столовых растительного масла и отправляю грибы на сковородку. Грибы обжариваю несколько минут. В конце приготовления я их поперчу и посолю. Теперь собираем все воедино. Выкладываем наш пикантный творог и сверху выкладываем грибочки. Проделываем то же самое со всеми ингредиентами. Вот так быстро и просто у нас все готово. Надеюсь, мой рецепт сможет стать идеей для вашего вкусного блюда. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующий рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи в новом вкусном видео.